Это просто капец, спланированная акция именно по нашему самолету, для того, чтобы так произошло, для того, чтобы мы поехали именно туда. Это показуха, просто показуха. Вы просто видели бы, что это происходит. Это полный взлом системы, и то, что у нас ее нет, и никогда не было. И они ждут постановления с какого-то верха, что будет, как, мы стоим на территории, они нас не выпускают. Посмотрите. И мой блог из причесок неожиданно превратился в трэш-контент. Неожиданно. Вот это все. Парад. Парад. Как это сейчас происходит? Я забираю свой чемодан. И разобрать свой. А вокруг вот этот... Пиздец, простите. У меня нет слов просто. У меня нет слов. Классная встреча. Эвакуирую. Как это сейчас происходит? Я забираю свой чемодан. И разобрать свой. А вокруг вот этот... Пиздец, простите. У меня нет слов просто. У меня нет слов. Классная встреча. Эвакуирую. Ребят, короче, происходит какой-то трэш. Мы хотели вылетать, поехали на взлетную полосу, они нас вернули. Искали, будем подписывать какие-то бумаги на обсервацию. Иначе мы отсюда не вылетим, мы сдохи. Это просто какая-то жесть сейчас происходит. Весь самолет сидит и не понимает, что происходит. Кто-то позвонил, кто-то кому-то что-то сказал. Это трэш. Это полный трэш. Просто, даже мне нечего сказать. Типа перед фактом, ну что это за бред вообще? То есть они решили отыграться на наших трех рейсах, которые прилетают в Украину. То есть у них нет бумаг, они вообще не знают, что это. Какие-то бланки, они что-то печатают, что-то подписывают, иначе мы не вылетим. Кто об этом предупреждал? Что? То, что был пост где-то? По рейсу Вьетнама была такая информация, по-нашему вообще такого не было. То есть... Здесь маленькие дети. Вот я просто, я не знаю, там нужно... Показывает реальную ситуацию, которая сейчас происходит. Вот самолет. Посмотрите, как он на этот трэш. На этот чек людей, которые здесь сидят. Вообще, серьезно? Я никогда не думала, что буду снимать этот сторис, но, простите, я должна это показать, как это происходит. Поставите свой подпис, дату, а также прізвище, ім'я, по батькові. Дякуємо. В Україні є тести, як це ми маємо дозвольні, то тести робиться. Я вам рахунок даної ситуації. Ці папірці, які ви відмовляєтесь багато хто підписувати, не несуть ніякої юридичної сили. Це, скажімо так, чисто факт того, що вас проінформували, що ви в курсі, тому що ти далі заберете багаж і буде посадка в автобусі. А дальше? Автобуси куди? Тут написано, що ви відповідаєте на всі наші вопроси і проінформуєтесь. Там все написано. Тому моє до вас прохання. Подумайте ще раз. Ми зараз впадали в такому стані. Нас тут уже ніхто не хоче прийняти назад. Коли ми прилетимо до України, вас в будь-якому випадку зустрінуть і ви будете відправлені туди, куди, ну, загалом. Нам закрыли самолет, нет воздуха, нечем дышать, нет воды, не работают туалеты. Оль, грубо, дайте грубо парню, он сидит ее. Здесь. Ну я снял видео, да. Тільки нас будуть обмежувати в пересуванні по територію аеропорту. Вулиця плюс 3. Паспортний контроль, но идем с чемоданами и самолетом. Конечно. Так они хотят паспортный контроль провести здесь. Это ад.
в самолете. В самолете, который прилетел в Дохи. 2 часа ночи сейчас, 7 утра. Вы нам сказали, пока мы не... Опасным на данный момент, и самолет должен быть подвергнут карантинной обработке. Прошу всех покинуть борт самолета. Это указание. После этого указания нахождение на борту является незаконным. Еще раз повторяю. После этого объявления нахождение на борту пассажиров является незаконным. Незаконно нас увозить туда, куда мы не хотим. Мы должны работать в любую минуту. В терминал нас выпускайте и все. Выпускайте в терминал. Это все происходит вот так. Вот так это происходит. Сука. Можно. Я его просто не подниму, спасибо. Полиция, что это за шоу? Это что, телешоу? Серьезно. Пока мы сидим в самолете, закрытые, там происходит какой-то трэш. Люди, которые непонятно что, кто решает. Что это? Наши чемоданы, которые стоят посреди взлетной полосы. Что это вообще? Они на улицу. Вы думаете, что это шутки? И я прикалываюсь от того, что это все постановка и шоу? Нет, блин, я не прикалываюсь. И это вообще не смешно. Первый автобус, ушли домой. Они нас не сдержат, не выпускают с территории этой гребаной гостиницы. И вы мне рассказываете, что это обсервация. И вы мне рассказываете, что сельцы так круто, организация, да? Да что вы знаете вообще о том, что мы сегодня пережили? Вообще ни хрена.